Здравствуйте, в эфире сегодня. Пандемия коронавируса грозит бизнесу волной коммерческих споров. Как законодательство реагирует и регулирует эти споры? И как сможет себя защитить предприниматель в этих ситуациях? Вот эти вопросы мы решили сегодня задать заместителю директора Палаты предпринимателей Алматинской области Канату Таспулатовичу Кабдиеву. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы уполномочены по защите прав предпринимателей нашего региона. Расскажите, пожалуйста, в каком состоянии сейчас находится предпринимательство нашего региона? Начну с того, что эта проблема затрагивает весь мир, не только Казахстан. И бизнес в том числе попадает в зону риска в связи с тем, что многие страны сейчас в целях защиты населения от коронавируса принимают меры по изоляции, закрываются границы, рушатся те связи, которые были наработаны годами. Это все сказывается на ведении бизнеса. Есть очень много проблем. Для решения данных проблем мы создаем штабы. Вот был создан штаб при Национальной палате предпринимателей, аналогичные штабы созданы в региональных палатах предпринимателей. Очень много проблем поступает, очень много звонков. Все вопросы необходимые вопросы мы аккумулируем, анализируем, вносим предложения в Государственную комиссию по решению данных проблем. Очень много работы ведется. Я думаю, что те меры, которые принимает правительство, они должны очень помочь нам по решению данных, скажем, вызовов. И на сегодня, скажем, у нас поступило уже на горячую линию 150, более 150 обращений касательно именно вот перемещения в связи с тем, что установили по области, установили санитарные посты, как перевозить товар, как доставлять людей на работу. Все эти вопросы, они у нас аккумулируются, вносятся на рассмотрение областного штаба оперативного. И буквально каждый день меняется нормативная база для того, чтобы учесть все пожелания и создать условия для того, чтобы бизнес мог работать. Хочу напомнить нашим телезрителям, работает прямая линия 400109, код города 87282. Можете позвонить по этому номеру и задать вопрос нашему гостю. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp Messenger. Вы можете написать ваши вопросы по этому вопросу по WhatsApp. Мы ответим на них. Давайте приведем сразу конкретный пример. Мы в эту студию приглашали также хозяев торговых домов города Талдыкурган. Ну, хотя бы администраторов, но, к сожалению, одних в городе нет, другие отказались. В связи с этим мы не смогли пригласить сегодня здесь увидеть. Поэтому все эти вопросы я просто вынуждена задать вам. На сегодня к нам поступают вопросы от арендаторов. Вот на сегодня эти арендаторы остаются, можно сказать, ни с чем, поскольку вот такая ситуация сложилась в городе, что людям выходить, ходить по торговым домам нельзя, это запрещено. Но тем более, если 55+, вообще нужно сидеть дома. Но у вот арендаторов, которые сейчас реализуют товары, у них нет покупателей. Но в то же время хозяева торговых домов заставляют с них брать, ну, в буквальном смысле, за аренду. Они эти деньги за этот период не заработают. Что делать в таких случаях? Вы же защищаете интересы предпринимателей. Начну с того, что у нас по области зарегистрировано более 16,5 тысяч торговых объектов. Из них 75 объектов относятся к категории крупных. Вот. И на сегодняшний день у нас проведена определенная работа с собственниками этих торговых домов. Более 30 торговых домов согласились снизить арендную плату от 30 до 50%. Процентов. Да. Причина того, что работы с нашей стороны, как бы мы свою работу строим
по принципу медиации. То есть, так как и та, и другая сторона являются предпринимателями, мы можем единственно вести разъяснительную работу. То есть, те меры государственной поддержки, которые на сегодняшний день имеются, мы разъясняем сторонам о том, что это все делается для того, чтобы смягчить вот этот удар, который сейчас наносится по бизнесу. Да, действительно, покупателей сейчас нету, не запрещается, а ограничивается передвижение. Но и это тоже сказывается, потому что не только покупатель, но и доставка товара, это тоже очень большая проблема, потому как первым у нас были приняты меры по закрытию города Алматы, и основные товары у нас идут с города Алматы. То есть Алматы как, скажем, является таким крупным объектом торговли, очень много поставщиком да, товаров. И вот это все сложности на сегодняшний день, они тоже сказываются на том, что очень большая нагрузка идет на бизнес. Но к большому, скажем, радости, что ли, или большому удовольствию, удовлетворению, многие собственники торговых домов соглашаются, идут навстречу. Лично вот мы с председателем Совета по защите прав предпринимателей, мы встречались с арендаторами, и буквально вот за час времени переговоров собственник торгового дома дал согласие на снижение до 50% стоимости арендной платы, пока на месяц, правда, но в любом случае, как бы, подвижки есть определенные в этом направлении. Очень большая работа ведется государственными органами, которые тоже сдают коммунальное имущество в аренду. Тоже есть, скажем, на 3 месяца освобождают от уплаты арендных платежей соответствующие соглашения через портал государственных закупок. Процедуру, как это делается, у нас на сайте Палаты предпринимателей есть. Если кому-то это будет, ну, как бы скажем, нужны консультации, как это правильно сделать, то могут обращаться в Палату предпринимателей. Сегодня мы размещаем всю информацию на интернет-сайте государственных органов и Палаты предпринимателей Алматинской области со всеми телефонами, контактными данными, с разбивкой, скажем, по сотрудникам, кто какими вопросами занимается и консультирует. Могут обращаться к нам, мы будем оказывать максимальное содействие в этой части. Вот. Но, несмотря на это, предпринимателям приходится нелегко. Есть вот такой случай, я думаю, они к вам обратились, они обращались сначала к нам, такой случай, что в торговом доме человек имеет бутик, но в связи с тем, что он сам лично не может заниматься, он туда сажает реализатора, который занимается своим бизнесом, реализацией своего товара. Между ними договора нет на сегодняшний день. И в этот период, вот именно в период пандемии, они оба находятся дома, не могут работать. И в итоге вот эти 42 500 тенге социальную выплату не может получить ни реализатор, ни вот тот владелец бутика. Что делать в таких случаях? К вам, наверное, уже обращались. Были обращения, да. У нас этим вопросом занимается начальник отдела по социальным вопросам. По таким случаям у нас сейчас, насколько я последние изменения видел, упростили порядок получения социальной помощи 42,5 тысячи тенге. Нет необходимости подтверждений, подтверждающих документов по отчислению. Если такие вопросы возникают, я вот рекомендую обращаться к нам, потому что все данные, эти вопросы мы потом аккумулируем, как я сказал, мы потом в последующем направляем это оперативный штаб. Или с соответствующим госорганом проводим консультации по возможности максимального оказания услуг данным категориям людей. Касательно договоров аренды, обязательств, возникших из договоров аренды, это гражданско-правовая сделка.
Если, скажем, это передается в субаренду, ну, вы понимаете, что если собственник не дает согласия на то, чтобы передавать его в субаренду, это, ну, не соответствует. Но его право. Это. Не соответствует действующему законодательству, потому как распоряжаться имуществом, которое не принадлежит, это будет неправильно. В любом случае, собственник должен быть в курсе этого. Но раз уже это произошло, то такие случаи нам необходимо решать уже, скажем, в порядке медиации. Если есть возможность снижать арендную плату, те меры господдержки, которые даются сейчас, мы готовы сопровождать, помогать. И по мере необходимости, ну, если будут какие-то необходимые документальные подтверждения, помочь оформить эти документы для того, чтобы в последующем они могли получить меры государственной поддержки. Но вот сегодняшняя ситуация сложная, она смогла выявить самые слабые стороны вот именно предпринимательской деятельности? Любой кризис выявляет очень многие такие, скажем, скрытые, потаенные, то, что вот, ну, мы называем это как ведение бизнеса по упрощенному методу, то есть когда люди договариваются между собой устно и не составляют никаких документов, которые бы в последующем могли защитить их права. Поэтому в данном случае рекомендации, если, скажем, возникает, завтра будет возникать спор, который будет переходить, скажем, в судебное разбирательство, будет трудно доказать в связи с отсутствием соответствующих документов. То, что, скажем, занимались бизнесом, арендовали без соответствующих документов, ну, тут надо разбираться по каждому случаю отдельно, смотреть, потому что споры, они не бывают одинаковые или, скажем, унифицированными. Каждый случай надо разбирать отдельно. Есть расписки, это тоже письменный документ, есть какие-либо подтверждающие документы, бывают оплаты. Это тоже подтверждающий документ бывает, подтверждающий, что собственник в курсе того, что именно этот человек сидит, потому что он вносил оплату. Поэтому в каждом случае будем разбираться. В таких случаях он может подать в суд, либо обратиться к вам. Куда обратиться, если нужно к вам обратиться? В цивилизованном мире считается, что есть такое вот, скажем, выражение, что хороший юрист никогда не допустит того, чтобы дело оказалось в суде. Если есть возможность решить в порядке досудебного, внесудебного регулирования, это самый лучший способ. Поэтому мы предлагаем, у нас есть много институтов, есть медиаторы, есть палата предпринимателей, можно даже вот между собой договориться, сесть за стол переговоров. Есть много разных способов разрешить спор. Из них судебный порядок разрешения спора, это, конечно, это самая последняя инстанция, потому что суд, из суда выходит человек один, который выиграл, другой, который проиграл. И в данном случае деловые связи рушатся. Поэтому желательно не доводить до суда, а решать вопросы в порядке досудебного регулирования, внесудебного регулирования. Есть вот вопрос, пишут, торговые дома, сейчас вот очень много вопросов поступает, на один из них ответим. В торговых домах мы покупаем бутики. Есть те, которые просто арендуют, не покупают, просто арендуют. У них одинаковый размер вот этих выплат, ну, как его, за аренду оплаты, у них одинаковая. Те, которые уже купили этот бутик, они же могут платить больше, поскольку это их бутик. А те, которые просто арендуют, это не их именно торговые точки, поэтому в таких случаях куда обратиться, что делать и так далее. Давайте на этот вопрос чуть позже ответим. Есть телефонный звонок. Мы вас слушаем. Задавайте. Я вот работаю на объездной здесь, это грузовые шиномонтаж, делаю колеса. Алло. Да, мы вас слушаем. Задавайте дальше.
Теперь это грузовики ходят, негде вообще делать. Там справку какую-нибудь можно взять, чтобы делать, работать, а то грузовые скопились, не могут ехать. Это, ну как, негде делать, ремонтировать вообще. Ну, понятный вопрос. Спасибо. Вопрос понятен, спасибо за звонок. Вот я понял, что вот постановление главного государственного санитарного врача было приостановлено деятельность СТО, кроме тех, которые занимаются мелким ремонтом и вулканизацией. Да, мы сейчас ведем переговоры касательно возможностей, учитывая то, что вот у нас на носу сейчас посевное, это очень большой, вот, скажем, объем работы, именно нагрузка будет на технику, и в любом случае техника будет ломаться, его надо чинить где-то. Мы вносим предложение о том, чтобы исключить в этой части. Ну, соответственно, с учетом того, что там должны соблюдаться санитарные, эпидемиологические требования, и чтобы, соответственно, не было передачи, скажем, этой болезни коварной. Как быстро ему ждать вот этих решений? Мы вносим этот вопрос на очередное заседание оперативного штаба. Будет там рассмотрено, я так думаю, все зависит от органа, который должен принять этот документ. Внесение, предложение палаты предпринимателей по внесению изменений. Ну, просто как скоро? Обычно штаб заседает каждый день? Каждый день. Я думаю, что в течение 2-3 дней это решение. Этот вопрос решится. Либо положительно, либо отрицательно. Угу. Ну, вот теперь на вопрос телезрителя, который обратился к нам через вот WhatsApp. Скажите, вот как так случилось, что в торговых домах отношение к арендаторам разное? Давайте мы просто природа, договор купли-продажи, договор аренды, это две разные вещи, потому что при заключение договора купли-продажи, имущество переходит в собственность. За него арендная плата не платится. Поэтому я думаю, что тут спорный вопрос касательно арендной платы. Надо посмотреть сам непосредственно договор, потому что если человек является собственником, за что он будет платить? Только единственное, может быть, коммунальные платежи. А по арендной плате, это, я говорю, опять-таки, это соглашение двух субъектов бизнеса, здесь у них, как они договорились. Другой вопрос, который то, что мы вот именно в этот период принимаем меры о том, чтобы оказать содействие бизнесу, снизить вот нагрузку за счет того, что уменьшить арендные платы. И те собственники торговых домов, арендодатели, которые соглашаются, идут навстречу. Это их не гражданская позиция. Давайте, есть телефонный звонок, ответим на него. Мы вас слушаем, говорите. Задавайте свой вопрос. Алло. Мы вас слушаем, говорите. Алло, Салимец. Я хотел задать вопрос. Вы сказали, что будете контролировать рынок. Полностью цену будете контролировать. Позавчера я покупал лимон по 100 тенге. Сейчас лимон стоит 500 тенге штука. Килограмм 4000 тенге. Это как можете объяснить? Ну, я думаю, что это вопрос не ко мне, потому как... Но вы сами сказали, что будете контролировать рынок. Это ваше ли закрывать рынок вообще? Мы... Когда это было? Вчера вроде. Вчера? Нет, мониторить. Вы, наверное, неправильно поняли. Мониторить цены, но не контролировать, потому что контролировать... ценообразование, это не входит в компетенцию палат предпринимателей. Этим занимаются другие органы. Но, несмотря на это, на сегодня есть рост цен. Например, только килограмм имбиря стоит более 5000 в Талдыкургане, к примеру. Мониторинг как ведется у вас? Мониторинг мы просто, скажем, отслеживаем, как меняются цены каждый день. И, соответственно, делаем анализ причин, почему это происходит. В большинстве случаев это связано с тем, что, как я говорил, Алматы перекрыта, граница закрыта. Не то, что закрыта сейчас, в принципе, выпускают, но со стороны Китая ужесточены пропуск казахстанских товаров, потому как страна излечилась, и теперь она не хочет допустить повторного заболевания. Может быть, это временное явление, это сейчас вот
соответствующие государственные органы должны реагировать на такие вот изменения цен, как это будет. Ну, я думаю, что меры будут приниматься, в том числе вот, как бы разъяснительного характера, профилактического характера. Но это не функция палаты предпринимателей. Не функция палаты предпринимателей, но вы же можете сделать какое-то предложение и вынести вот эти итоги своего мониторинга, предоставить соответствующему органу. Вносится. Выносится. Однако на сегодня цены везде растут. Ну, вот эти наши вопросы, которые поступают, касаются все цен. Это неизбежно. Скажите, пожалуйста, куда им обратиться по поводу вот этих цен, повышения цен? Чеснок, цена чеснока вот намного в два раза выросла и так далее. Лимон, вот стоит один лимон 550 тенге, один лимон стоит. Вот куда им обратиться вот, с жалобами? С жалобами, вот я как вот, да, ранее говорил, сейчас у нас разработана памятка, горячие линии, колл-центр, телефоны, все это размещено на сайтах Палаты предпринимателей и Государственного акимата области. В зависимости от того, вот, в каком регионе это идет, изменения, могут обращаться по горячей линии и сообщать об этом. По телефону. Есть телефонный звонок. Мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вчера, 1 апреля, проходили рейды по проверке субъектов малого бизнеса, продовольственные магазины, аптеки, 50-е. Ваши представители палат вашим участкам в этих рейде? И какую помощь практически не оказывается? Такой вопрос. В рейдах наши представители не участвовали. Рейд проводил, скорее всего, акиматом города Талдыкурган. Да, по данному случаю я ничего не могу прокомментировать, потому как даже не знал об этом, то, что проводится. Но они могут же, если какие-то проблемы, могут же обратиться к вам. Да, обязательно. Это надо сообщать, потому что вот у нас ведется, скажем, мы отслеживаем совместно с управлением правовой статистики. В данном случае вот у нас есть совместная работа сейчас по проверкам налоговых органов. Вот в этой части мы совместно с прокуратурой работаем. А вот по рынкам мы еще не запускали. То есть мы не участвовали в этих проверках. Скорее всего, это было спонтанное. Это не проверка, это была просто проверка соблюдение режима, то есть до 18.00, до 20.00 объекты закрывались, не закрывались, соблюдаются ли санитарные нормы. Это надо сейчас уточняться. Хорошо, здесь есть вопрос. Мы реализаторы мясного павильона, мясной закрывается, как нам быть с арендой во время карантина? Повторите вопрос. Вопрос повторите. Закрывается мясной павильон. На каком рынке? Не сказано, какой рынок. Ага. Вот как быть с арендой, пишут. Мы просим телезрителей, если вы отправляете сюда вопрос, вы можете прям конкретно написать, какой я рынок. Я предлагаю все эти вопросы потом в последующем продублировать на мой электронный адрес, если будет, если это не трудно. k.kabdiv@atomiken.kz. Ну, еще раз повторите. Английскими буквами k.kabdiv@atomiken.kz. Вот туда именно да, вам лично? Да, вы можете направить все эти вопросы к нам. Ну, по продовольственным торговым точкам запрета нету, ограничений, скажем, деятельности. То, что они закрылись, я даже вот не могу прокомментировать, почему закрылись причины закрытия, надо уточниться. Последний вопрос давайте зададим, потому что заканчивается время программы. Мы купили бутик в торговом доме «Астана», оплачиваем аренду. А вы сказали, что аренду оплачивать не надо, если это бутик его. Если вот. Это договор купли-продажи, скажем, надо смотреть предмет договора, то есть в шапке может быть написан договор купли-продажи, а ниже идет предоставляет во временное пользование, то это не договор купли-продажи. Если, скажем, передает собственность, это договор купли-продажи. Надо посмотреть договор ваш,
давайте встретимся. Мой телефон тоже, он в свободном доступе есть. Могу продиктовать сейчас. Можете продиктовать, пусть запишут, да, и обратятся. 837-24-36-42. 24-36-42. Да, желательно Билайн. Вопрос написать. На этом номере у меня есть WhatsApp. Желательно вопрос написать с обратным адресом, кто вы. Вы сами ответите. Я буду отвечать. К сожалению, время нашей программы истекло. Встретимся завтра ровно в это же время в 16:00 на телеканале ЖТСУ. До свидания. До свидания.